Лукашенко постановил, как он говорит, навести порядок в IT-секторе, простей кажучи, собрать данину и максимально запужать тех, кто неким чином ему не сподобался. Але так само поставить технологии на службу своей улады и полного контроля над белорусами. Але ці хопить у режиму силы на гэты рывок. Змітер Мицкевич. Усіх поголовно под тотальный контроль. IT-сектор цалком на службу потребам режиму. Так гучить короткий змест посылу нелегитимного керовника Беларуси своим подначаленным. Готовится комплексный указ, который позволит сосредоточить имеющиеся ресурсы на нескольких ключевых направлениях. Создать единый орган государственного регулирования, максимально использовать опыт Китая в построении цифрового общества. Считаю, что решение этих вопросов у нас затянулось. У принципе, наезд на IT-сферу з'являвся пытанием часу, бо причин для этого собралось немало, как экономичных, так и политичных. Тем больше, что режим уже займался перейманием китайского досвіду во усталевании тотального контроля над насельництвом. Лукашенко, он разумеет, что для него появились те метовые группы граждан, которые с его позиции они абсолютно лишние. Натурально лишняя у этой краине увесь час была белорусская позиция демократичная, лишняя для его это были предпринимальники, дробный бизнес, який он весь час шельмовал. Лишняя на данный момент для него стали так само представники IT-сферы, потому что ну, он лічит, что у тем лику яны стоять вот за этими протестами, которые отбываются в Беларуси. Китайский досвід, про який казав Лукашенко, это фактично личбовая тоталитарная система, якая укорененная у КНР и охопливая уже больше за миллиард людей. Там побудованная система социального кредиту. Практично за каждое деяние человек отрымливает и страшивает певную колькость баллов, агульная колькость яких уплывает на якость егоного життя. Система цалком автоматизованная и анализует як даденное со шматликих камер назирания, так и иншую информацию, расповедая польский фотограф, якого узнагородили премией Гранд Прес Фото за здымки протестов у Гонконгу. Если... Коли тримаешься узору життя, усталеванного коммунистической партией Китая, то, звичайно, функционуешь у громадстве. Только между тем не маешь никакой приватности в своем жизни. Партия ведает про тебя абсолютно все, как у Оурела 1984. А коли не идешь по прикладу коммунистической партии, то не можешь летать на самолете, не можешь отримать паспорт, але это ж дотычется и кредиту на машину, володание мобильным телефоном, поездок на тягнику. И коли ты неким чином супродейничаешь в коммунистической партии, то можешь опынуться цалком изолирован от громадства, бо будешь не только сам гублять социальные пункты за свое деяние, але и иншие люди будут гублять пункты за знакомство с тобой. С другого боку, подобные системы контролю допомагают змагаться со злочинностью, ти заохвочивать людей вести здоровый лад життя. А голом системы мониторингу широко використовуются шмат у яких краинах. Питание, с якими метами? Есть уже такие идеи смарт-сити, то есть это такая цифровизация городской жизни. Это не в плане контроля, это вполне такая распространенная практика и в демократических государствах тоже. И вот есть уже решение, что называется... сторонних заказчиков, которые предлагают уже готовое решение, ничего не надо разрабатывать, надо просто развернуть. Но даже такая процедура потребует ну, довольно значительного времени для разворачивания готового решения. Так, Сергей, держи мешок. Магчыма, менавіта запазычанне подобных программных рашэнняў и мае на увазе Лукашенко. Бо распрацоўка уласнай системы мониторингу и лічбавой цензуры потрабуе великого объема ресурсов. А тут еще и с экономикой намалёвываются серьезные проблемы после безвыниковага біцця чалом перед Путиным. Тому зусім не дивно, что рупор лукашенковской пропаганды уже вовсю трубят про необходимость обрабовать IT-компании. Натурально и больше, на мою думку, они бы хотели контролировать этот бизнес. Это так само IT-сектор и это любые инициативы громадян, которые зараджаются спонтанно. Мы бачим спробу взять под полный контроль администраторов разных чатов для того, как уплывать и контролировать, как не допустить объединение людей, которые могли организовывать как и протестные акции, так и иншую активность. Однако тут у режима возникают абсолютно конкретные тяжкости. По-перше, всем зразумело, что атака на IT-индустрию может легко скончиться полным ее сгортванием и перемещением в иншие краины, что и так назирается. С другого ж боку, укоренение системы личбового контроля и цензуры справа далеко не простая и потребует великих укладаний, как материальных, так и людских. Это...
потребует цифровизации различных вещей. Вот, ну, например, там, не знаю, воинский учет, да, там, или, не знаю, как мы платим за услуги ЖКХ. То есть придется собрать все данные в единую систему и использовать эти данные для обработки. То есть это придется унифицировать все данные. Я затрудняюсь сказать, насколько это ну, сейчас вот реализуемая задача. И насколько даже готовое китайское там, решение оно подойдет для того, чтобы это сделать. Тем больше, что навод у Китая с его ресурсом не отрымалось цалком заблоковать все магчимости по доступе до информации для людей. Агулам у Китаю ёсць свой інтэрнэт, свае пошукавыя сістэмы, месенджэры. Канешне, гэтую сістэму можна абысці пры дапамозе VPN, і вельмі шмат кітайцаў так робяць. І такім чынам яны маюць доступ да Ютуба, Фейсбука, ды хоць бы да інфармацыі з іншага свету. Карыстацца VPN навучыліся і беларусы. Паводле экспертаў, калі рэжым возьмецца ўзмоцненымі тэмпамі ўкараняць нейкае падабенства кітайскай сістэмы ў Беларусі, то нават самае спрошчанае рашэнне можа быць рэалізаванае не хутчэй, чым за год. Аднак і гэта далёка не факт. Бо дзеля гэтага трэба будзе прыцягнуць вялікую колькасць адмыслоўцаў з розных галінаў. Але распазнавальнікі твараў на некаторых станцыях менскага метро ўжо ўсталявалі, а твары пратэстоўцаў на патрэбы спецслужбаў адсочвае адмысловая сістэма Кіпот, распрацаваная кампанія. У меня есть определенные сомнения, что многие люди или компании согласятся в этом участвовать внутри Беларуси. А можно ли их заменить другими специалистами, теми же китайскими, тоже большой вопрос. То есть мы имеем примеры, что компания Synesis, которая подозревают в сотрудничестве с государством и создание системы слежки за гражданами, протестующими, она уже попала под европейские санкции. Соответственно, компании, которые попытаются привлечь для реализации этих работ, они будут 10 раз подумывать, прежде чем в этом участвовать. Ну, либо это будет какая-то госкомпания, которую не жалко. Что ж до якости кадров, якія могут иметь у распоряджении державные компании, тут маются великие пытания, бо нават специалисты у галине информационных технологий у державных структурах зарабляют истотно меньше, чем их коллеги из приватных компаний. Включи вон тот вентилятор. Отповедно, недохоп як людского, гэтак и материального ресурсу может поставить крыш на амбиции планах режиму.